Вашингтон не питает иллюзий в отношении режима в Москве, хотя и намерен налаживать с ней отношения. Об этом в своей статье для The New York Times заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. «У нас нет иллюзий в отношении режима в России, с которым мы имеем дело. У США сейчас плохие отношения с возродившейся Россией» которая за последние десятилетия вторглась в соседнюю Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы в США и других странах, написал госсекретарь. Тиллерсон отметил, что назначение спецпредставителя США по Украине, которым стал Курт Волкер, свидетельствует о приверженности Вашингтона восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны. Госсекретарь подчеркнул, что о восстановлении нормальных деловых отношений с Россией невозможно говорить до урегулирования ситуации на Украине. В то же время Тиллерсон признал, что США настроены сотрудничать с Москвой в тех областях, где это было бы взаимовыгодно. В качестве примера он привел ситуацию в Сирии. Точка сейчас когда президент Путин выразил приверженность проводящемуся под эгидой он Женевскому процессу, который направлен на создание нового будущего для Сирии, мы ожидаем, что Россия последует по этому пути. Мы уверены, что воплощение в жизни результатов этих переговоров поможет воссоздать Сирию, свободную от Башара Асада, рассказал глава Газдепа. Тилерсон и Порошенко 22 декабря провели телефонные переговоры, в ходе которых госсекретарь США заверил украинского президента в том, что Вашингтон продолжит поддержку Украины. В ответ Порошенко поблагодарил Тилерсона за введенные против России санкции.